Ананасы на гриле – это вкусное и совсем несложное блюдо. Ананасовая кислота расщепляет жиры, а значит, фрукт будет идеальной заменой калорийному десерту после сытного обеда или ужина. Такой вид десерта подойдет девушкам, которые в данный период жизни готовятся к пляжному сезону и держат себя в рамках, не позволяя ничего лишнего и сладостей. Такой десерт побалует вас и не навредит, а даже поможет прийти к желаемой форме еще быстрее. Посмотрите, как приготовить ананасы на гриле. 1. Посыпьте ананасы сахаром с обеих сторон. 2. Смажьте кольца растопленным маслом. 3. Поджарьте кольца на гриле до коричнево-золотого цвета. 4. Каждое кольцо окуните в яичный белок. 5. После чего ананасы посыпьте измельченными с помощью комбайна орешками. 6. Отправьте ананасы на гриль до тех пор, пока орешки слегка не поджарятся. 7. В кокосовое молоко добавьте 2 столовые ложки меда и перемешайте крем. 8. Готовые ананасы поливайте кремом и подавайте к столу.